Вот время 8, мы уже готовы. Мы уже покупочек набрали целый пакет. Тысячу. Опа, борщ. Сегодня у нас будет борщ. Сегодня хозяйка наварит борща. Из чего, интересно, будет у нас борщ? Обычно. Все готово. Все готово. Надо самим свеклу вырастить. И из выращенной свеклы вот сделать. Штучку, кстати, ну. Купили мы камамбер с... Камамберчик, ну-ка покажи. С этим, с джемом написано. Давай сразу откроем. Давай потом. Что мы сейчас будем пробовать камамбер? Нет, джем отдельно. Мы думали, что там прямо внутри джем, в сыре в самом. Вода. Это получается камамбер надо в джем макать и есть. Да. Ну, тоже... сейчас попробуем. Это то же самое. Кофеен на работу. Кофеечек. Это сало я купил, надо его подморозить маленько. Ну, с борщом-то сало, как сало без борща. Там все, мужик один все какой-то пишет. Его все так беспокоит, варишь ли ты супы или не варишь. Он пять сообщений, наверное, под каждым роликом пишет. Вот а что, у тебя жена борщ-то не варит? А что, жена-то не варит суп? Как будто ладно, варить суп. Давай вот этому мужчинке лайк. Сейчас рано. Будет специально мясо. Для него борщ. Мясо купим для борща. Молоко. В наш офис. Для жены мужичка главное, чтобы жена айсбери. Борщ варила. Торнадо, айсбери. Главное, чтобы борщ варила. Все, больше сердечко. Ничего не надо. Больше ничего не надо. Ты сейчас будешь морковка. Хорошей женой скоро. Вот я даже морковку почти не могу. А морковка это куплена уже, нарезана. Так, нормально. Два лука. Два лука. Три картошки. Четыре. Не ури там 6 или 5. Хлеб черный, хлеб, семечко. Это мне, да. Вкусный, это мне на это. Палки соленые. О, соль. Ты же любишь палки кидать? Да. Можно палки кидать. Яички. Яйца. И далее вот опять магнитиши. Магнитиши и яйца. На это мы потратили 1100. Ну давай попробуем сыр сразу, что ли, камамбер. Ну, я поняла, вот просто... Да просто макаешь, джем макать, все. Купили какой-то камамбер. Ну, ладно, с джемом. Ну, ладно, давай. Попробуем. Давай посмотрим, что за камамбер. Джем. Так, джем. Вот такая коробочка, смотрим. Вот, как будто целая полная коробочка. Ну-ка. Оп. А тут жопка вот Булькина. Ну, ладно. А тебе сыр-то там тоже немного. Пойдет, что ты прям вот тут вот... Это же, должна быть честность во всем. Это же у нас, мы же супер хорошие вместе. Ну сейчас живем. Прям будем. Ну не знаю, давай попробуем. Ты не хочешь? Да. Ты же хотел попробовать. Девочку. Ты же хотела попробовать. Оценим сразу, вкусно, невкусно. Я еще так-то не завтракала, у меня кашка ждет. Ну, давай я камамбера попробую. Вдруг сейчас невкусно кажется. Камамбер обычный. Камбамбер. Бамбамбер. А помнишь, что-то какой-то прикол, что-то кто-то написал? Тетка. Тетка решила сунуться. А помнишь, что-то? Каламбер. Каламбер? Каламбер. Открывается легко. Легко, да? Ну, ну-ка давай. Смотри, с плесенью, да? Каламбер. Камбамбер с плесенью. Мне кажется, должно быть очень вкусно. Да, вообще шикарно. Так. Ну-ка. На тебе. А? Это себе. Что-то ты мне мало джема, мне намного джема. А, ты много надо? Конечно, я же люблю джем сладенький. На а? Давай. Вот он, камамбер. Что я съела? Ну что, сыр с джемом. И все. Ну, прикольненько. Ну, прикольненько. Сыр вкусный, кстати. Можно было пойдем еще купить. Вкусно, да? Прикольно. Супер класс. Ну все, давай. Пошел я на работу.